Всем привет! Сегодня мы заплетем ободочек. Отделяю возле ушка небольшую прядочку. Также пользуемся водичкой, чтобы собрать мелкий пушок у лица. Делю на 3. И начинаю плести простую косичку, где каждая прядочка будет идти наверх. Прихват буду брать, но буду брать с одной стороны, от лица. Здесь прихват брать не буду, просто проплетаю. Как закончить, да? Прихваты закончились, проплетаем небольшое расстояние, завязываем в резиночку и прячем эту косичку под волосы. Прячем и закрепляем на невидимке. Невидимки крест-накрест. Остальные волосы можно оставить распущенными. Второй вариант, как можно продолжить наш ободок. Доплетаем косичку до конца, делаем из оставшихся волос хвост и нашей косичкой обматываем резиночку. Кончик можно продеть шпилькой в хвост. Вот такой вариант можно еще сделать с этим плетением.